Добрый вечер! Мы находимся на площадке музея-усадьбы Шаляпина, где сегодня проходит новый этап фестиваля «Русские сезоны», героями которого станут дети. Наши участники к своим годам уже покорили престижные международные и российские площадки. И очевидно, что останавливаться на достигнутом они не собираются. Что же объединяет эти юные таланты помимо участия? Страсть к своему делу, строгая дисциплина или врожденный талант, а может быть все вместе? Уверена, вам будет интересно узнать об успехах наших юных звезд из выпуска. А если вы так же, как и наши герои, хотите заявить о себе и принять участие в конкурсе «Русские сезоны. Молодые таланты», пишите на media@russianseasons.org, и мы обязательно свяжемся с самыми талантливыми. Герой нашего интервью – Михаил Кауфман. Михаил поет с самых ранних лет. Уже в трехлетнем возрасте он заявил родителям, что обязательно станет дирижером. Давайте узнаем у Миши, насколько близко он стоит к своей цели. Михаил, здравствуй. Здравствуйте, Айюн. Можно на «ты» спокойно? Хорошо. Разве что я к тебе буду Михаил, потому что ты выглядишь так импозантно, так вот, знаешь, к тебе по-другому и невозможно. Благодарю. Чем занимаешься? Я занимаюсь академическим вокалом. Как давно поешь? На самом деле я пою с самого рождения, но заниматься профессионально я начал только 5 лет назад. Всего лишь? С рождения поешь, а всего лишь 5 лет назад решил профессионально этим заняться. Это как? Почему? Дело в том, что уже в 3 года я заявил своим родителям, что я хочу стать оперо-симфоническим дирижером. И логично, что первым моим инструментом стала скрипка, так как для дирижера как-то уж повелось, что скрипка — это обязательный инструмент, которым должен владеть дирижер. То есть я правильно понимаю, ты играешь и на скрипке, и еще при этом ты поешь? Да, также я занимаюсь фортепиано и играю на органе. Ты человек оркестра, Михаил. Практически. Поэтому ты и хочешь дирижировать вот оркестром. Да. С 3 лет ты об этом заявила родителям. И до сих пор считаю это своей главной мечтой. Но это не то чтобы мечта. Дело в том, что мечта — это что-то такое абстрактное, а это скорее цель. Какой ты молодец, я тоже так всегда говорю. Ты помнишь реакцию родителей, когда вот ты им заявил с 3 лет вот так вот четко, вот хочу быть дирижером вот такого вот оркестра, буду делать то-то, то-то? Тогда такой четкости у меня не было, но сейчас все-таки контуры моей будущей профессии прорисовываются. Тебя кто-то в семье в этом плане вдохновлял на этот творческий путь? У тебя кто-то вот из творческих есть? Да, мой прадедушка Кузовлев Георгий Трофимович был человеком-оркестром, руководил оркестрами, сам писал аранжировки, писал музыку. Тяга к музыке у меня однозначно передалась от него. Расскажи мне о своих кумирах именно вот настоящего. Вот есть ли они у тебя? На кого ты ориентируешься? Надо сказать, что я человек верующий. В современном обществе это на самом деле помогает. И одна из заповедей же — не создавай себе кумира. Я скорее, кумиры у меня проявляются в том, что я что-то беру от каждого из этих людей. Меня в первую очередь, конечно, вдохновляет музыка. Я очень не согласен с тем, что у Данте Алигьери, в его «Божественной комедии» все музыканты попадают в ад. Я считаю, что музыка, ее изначальная задача была ритуальная, то есть прославление божества.
яркий сюртук. Сняли желтую рубашку, сняли рыжую рубашку. Ты сказал, что у тебя есть цель, то есть у тебя определенная цель, к которой ты идешь, это даже вот не мечта. Угу. Наверняка, исходя из четкости вот, твоего видения, ты даже вот знаешь, кем ты будешь именно с точки зрения там, профессии, именно как ты будешь выглядеть, какие произведения ты будешь дирижировать. Вот расскажи поподробнее о том, вот как ты себя видишь именно вот в... Например, я считаю абсолютным гением, современным, но не живым, таких композиторов, как Эдуарда Артемьева, Леонида Аркадьевича Десятникова, Родиона Константиновича Щедрина, а это только русские. Михаил, напомни, сколько тебе лет? Мне 14 лет. То есть ты, не будучи там совершеннолетним, взрослым, при этом чувствуешь в себе вот эту вот силу для критики какой-то вот известных артистов в этом плане. Ты бы что-то свое привнес в этом плане или... Конечно, есть такая цель, чтобы записать свое имя в историю, например, как дирижера. А без создания чего-то своего это просто неосуществимо. Повстречал я того, кто жил в маленьком доме вместе с кошкой, собакой, синицей. И кроме них там жила пятнистая божья коровка. Как-то раз человек, обитавший в том доме, обратился к собаке синице, и кроме них к пушистой, усатой кошке. Он сказал: говорить мне об этом неловко, но нужна ли нам божья коровка? И в ответ замяукала кошка-глуковка: не нужна нам пятнистая божья коровка. Это божья коровка наверняка никогда нам не будет давать молока. И тогда человек, отворивший окошко, молвил божьей коровке: прощай, моя крошка, ты могла бы прожить в этом доме века, но ведь ты нам не будешь давать молока. Улетела коровка, и вот через год у хозяина дома зачах огород. Дня съела капусту, редис, морковку. Напрасно хозяин звал божью коровку. Напрасно хозяин звал божью коровку. И сказал он тогда: доверять в этом доме можно всем, и зверям, и хозяину, кроме пушистой, усатой кошки.
Ты что-нибудь уже создавал? Я пытался писать музыку, но пока не считаю это чем-то выдающимся. Пока что я сам не вижу в этом какой-то ценности. Хотя многие говорят, что это очень неплохо для первых проб в композиции. Вообще, интереснее было бы мне, конечно, если бы был бы человек, который обучал бы меня этому. Но сейчас, к сожалению, очень многие считают, что в моем возрасте заниматься композицией и тем более дирижированием — это очень рано и отчасти даже небезопасно. А есть люди, которые тебя в этом поддерживают и прям вот мотивируют все равно вот продолжать и как-то вот развивать свой талант, несмотря ни на что? Я знаю многих гениев, которые тоже начинали, не будучи взрослыми. Ну, знаете, есть такая история, я не знаю, насколько правдива. В общем, к Вольфгангу Амадею Моцарту пришел юноша и спросил, вот, а могу ли я начинать писать симфонии? Юноша там лет 16-17, Вольфганг Амадей был уже прославленным музыкантом, и ему сказал: «Нет, ни в коем случае». Юноша удивился: «Но как, вы же начали писать музыку в 4 года?» Он такой: «Ну я же об этом никого не спрашивал». Может быть, в этом как раз-таки есть смысл? Да. Все равно продолжать. В развитии как бы независимом так и рождаются самородки, такие как, например, Шаляпин, музей которого мы сейчас записываемся. У меня еще один такой вопрос. А на что похожи твои произведения? На какие произведения? Вот на что ты ориентировался? Пока я начинал писать романсы на стихи поэтов Серебряного века. Например, Цветаева, Ахматова. Уже на довольно серьезные тексты. И такие достаточно тяжелые, я бы сказала. Да. Несмотря на то, что
Некоторые считают меня довольно поверхностным. Я... Господь с тобой. Да. То есть Цветаева, Ахматова. Кого еще взял? Пытаюсь найти что-нибудь из блока, пока ничего не нашел. Просто хочется, чтобы не все только о смерти, как у Шостаковича Познова. Вот я про это и говорю, да. Мне сейчас это Что-то более легкое, возвышенное. Мне сейчас это напомнило вот это вот. Ананасы в шампанском, тоже, кстати, Серебряного века. Вот куда, вот ничего веселее я, собственно, и не читала. Ты мне скажи, пожалуйста, что ты читаешь вот на досуге? Потому что, судя по всему, читаешь ты немало. Видно, что тебя вдохновляет не только вот музыкальное произведение. Видно, что ты черпаешь вдохновение еще вот из смежных каких-то дисциплин. Ну, зачитываюсь я на данный момент Бродским Иосифом Александровичем, конечно. Так весело. Вот веселее Бродского тоже не знаю никого. Да? Ну, короче, веселее у тебя... Бродского? Ну, это вот так вот, я не знаю, хорошо, это в кадре хорошо. Будет у меня или нет, но тем не менее. В общем, ты прям тяготеешь вот к этой вот... К душевной драме. Вот прям к драме, да. А еще называют тебя поверхностным, боже мой. Не называют, считают. Ну или это мои тараканы, и я считаю, что они считают. Михаил, мне вот эта последняя твоя позиция нравится больше, чем вот предыдущая. Скорее всего, так оно и есть. Никаких тараканов. Спасибо тебе большое, было очень интересно. Спасибо. Спасибо.